В областном центре началась роспись фасада Белгородского музыкального училища имени Дегтярева. Кто взялся за выполнение непростой работы и какая композиция поможет сделать здание оригинальным и привлекающим внимание? В регионе открылось первое отделение детской амбулаторной хирургии. Обслуживать там планируют пациентов в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Какие оперативные вмешательства будут проводиться в его стенах и на что делается ставка в медучреждении? Донецкий молодежный театр «Балаган» в рамках международного фестиваля «Наш кислород» представил белгородскому зрителю постановку «А могло быть и так» по пьесе Дэвида Айвза простым английским языком. На что сделал ставку режиссер и как восприняла публика его замысел?